Видео предоставлено сайтом онлайн-гдз.нет. Unit 5, урок 5, Section 1, раздел 1, Exercise 2, упражнение 2. Listen and read. Послушай и прочитай. Слова со звуками R, A, E, U. Так, давайте разберемся. Какие же буквы передают данные звуки? Первый звук А передается он с помощью английской буквы A. Father, grandfather, grandpa, grandma, star. В последнем слове вы видите, что буквосочетание AR также передает данный звук. Следующий краткий А передается с помощью английских букв O, а также U. Mother, grandmother, brother, son, grandson, mom. Широкий звук E передается с помощью английской буквы A. Grandmother, grandfather, dad, grandma, grandpa, family. И еще один звук О передается с помощью буква сочетаний A, U, O, R, A, W, а также английской буквы A. Daughter, granddaughter, for, draw, water. На этом задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.